Здравствуйте. Вот такой баянчик я приготовил. Кусковой инструмент, то есть не цельнопланочный. Он трехголосный, четырехрядный. Обычный инструмент, хороший, красиво звучит. Очень хорошо сохранился. Ремешки я на него новые поставил, концертные такие вот. Из толстой кожи, очень удобная. Вот. Вот в таком состоянии инструмент. Справа и слева здесь я поменял клапана. То есть достаточно хороший компрессор. Инструмент трехголосный, готовый бары. Инструмент, ну нет на нем названия. Так вот, трехголосие вот так вот звучит. Попробуем, послушаем, как одноголосие звучит. Так, вот повыше. Три вида двуголосия.
Звучание трехголосного инструмента. Названия нет, но я так думаю, что это все-таки московский инструмент. Называется «Россия» трехголосная. Вот. Могу ошибаться?
Может, название другое. Но московская, это производитель московской фабрики, это точно, потому что есть эмблемы. Вот как-то так. Всех вам благ. Желаю удачи вам, здоровья. И получайте удовольствие от игры на таких инструментах. Всех благ. До свидания.